Первое и последнее видео на этом канале, снятое в 4К в этом году. Собственно, подрезал у меня кто-то из родственников зарядку. Сейчас уже выяснил, кто, но тогда это было неизвестно. Стал вопрос купить зарядку для айфона какую. И выбрал спустя некоторое время вот такое вот изделие китайской промышленности. Одну взял в подарок, другую взял себе. Вот это у нас упаковка, она в ней лежала. Вот этим блистером у нас был обернут вот это вот сам зарядное устройство. И вот такая вот бумажка у нас идет в комплекте. Со всеми инструкциями и указаниями, как это все у нас работает. Стоит, кстати, вот так вот. За две штуки с доставкой, по-моему, еще 100 рублей сверху. На 240 рублей. Вот так оно все есть. Нормально работает с айфоном и айпадом. Все это нормально было упаковано. Месяц я с ней походил, потому что еще раз вот напоминаю, что там заказано у нас было, по-моему, в сентябре. Ехало все это месяц. Ну и примерно месяц я с ним был. Использую я это для зарядки аккумулятора периодически. Вместо зарядки от айпада. Вот такие вот у нас у нее спецификации. Единственный минус, какой вы можете заметить, то что все это глянцевое. Оно примерно нормально греется. По весу, кстати, очень сопоставимо с весом зарядки 5-вольтовой для айфона. Оригинальный, естественно. Потому что не оригинальный меньше весит, там электроники меньше. И вот как-то так. Нормально работает, заезжает. Ссылку в описании, если не забуду, дам. Хорошая железка, всячески рекомендую.